подвиг космонавтов высоко оценила советская Родина. Уважаемые товарищи, друзья, мы собрались по приятному и знаменательному поводу. Вернулись из космического рейса наш бывалый космонавт Валерий Кубасов и отважный сын народной Венгрии Бертолан Паркаш, прошедший, так сказать, крещение космосом. Позвольте мне сердечно приветствовать космонавтов и поздравить их с величайшим успехом. Выполнение очередного полета международного экипажа представляет собой еще один этап в осуществлении программы «Интеркосмос». За успешный космический полет, за мужество и героизм дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Николаевич Кубасов указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина. Венгерскому космонавту-исследователю Бертолану Паркашу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вручая эти заслуженные награды, желаю вам, дорогие товарищи, здоровья, счастья и новых успехов. Спасибо за отличный полет. Как говорили вы, полеты орбитальных станций – это магистральный путь исследования космического пространства. И вот когда мы находимся в космосе, мы постоянно чувствуем заботу Центрального комитета нашей партии, нашего правительства и лично вашу заботу и внимание, дорогой Леонид Ильич. Много делается в нашей стране для развития международного сотрудничества в освоении космоса, для подготовки новых интернациональных экипажей, призванных продолжить и расширить мирное изучение тайн Вселенной. Мне, гражданину Венгерской Народной Республики, большая радость, огромная честь получить из ваших рук эту самую высокую награду Советского Союза. Я воспринимаю ее как награду всему венгерскому народу.